Для установки 49 контейнерных площадок городской администрации заключено два контракта с Великоустинским РМЗ на сумму более 600 тысяч рублей. Второй контракт подписан еще с одной подрядной организацией на сумму 460 тысяч рублей на установку 32 площадок. По второму контракту фирма СМЭП провела работы, предварительная приемка работ была у них проведена. Еще в процессе работы, в дальнейшем фирма СМЭП на контакт не выходила. На сегодняшний день мы не имеем от них никакой информации о выполнении этой работы в полном объеме. Фирма СМЭП сама трижды назначала нам время встречи, сама на эти встречи не приезжала. Но несмотря на это, те контейнерные площадки, которые предусмотрены контрактом, организованы и используются по назначению. Еще две появилось в результате благоустройства городского кладбища на Красноармейской и в Комсомольском сквере. Таким образом, на сегодня в городе имеются 83 площадки, которые удовлетворяют всем необходимым требованиям. Они огорожены с трех сторон и имеют водонепроницаемое твердое покрытие. Работа по приобретению контейнеров продолжится в рамках программы «Народный бюджет». Планируется приобрести по народному бюджету 3 контейнера смехового для крупногабаритного мусора, чтобы они тоже были придуманы. Такие проекты должны находить поддержку в правительстве Вологодской области. Думаю, что проект будет поддержан, и 3 контейнера муниципальных появятся у нас на следующий год для крупногабаритного мусора. Естественно, и, конечно, нужно будет и больше, потому что есть желание сделать стационарные места для сбора крупногабаритного мусора, хотя бы порядка там 10 точек в городе, чтобы было, чтобы контейнера смехуговые стояли на постоянной основе. Также власти решили вопросы по выбору подрядчиков для работы по уборке дорог и тротуаров в Великом Устюге. Заключено 3 муниципальных контракта с 2 подрядными организациями на 11 миллионов рублей, 8 миллионов и 2 миллиона 650 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом, в новых контрактах есть существенные изменения. Одно из ключевых изменений – это в зону ответственности данных фирм добавлены тротуары. Предусмотрена их уборка и ремонт. Также подрядные организации должны обеспечивать беспрепятственный подъезд спецтехники к контейнерным площадкам при уборке снега. Часть замечаний по работе в осенне-весенний период уже были устранены. Алена Белозерцева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».